Игнатий Тихонович, вот братья иногда молятся Дамиан и Демьян. Как правильно? А так и так правильно. Вот мы говорим, что Зоя Космодемьянская. А это фамилию от Косма и Дамиан. Это два брата были, врачи. Косма, у нас Кузьма. Ну, транскрипция слова такая. Вот у нас Иван, а у англичан Джон. У латышей там Янис. Мы говорим Яков, а у англичан Джеймс. Понимаете, ассимиляция. Мы говорим Федор, а у них буква Ф, это альвеолный звук Т. Т между зубами нужно. Теодор. Теодор. Вот так, правильно, то и другое. Вот мы говорим Иисус, а по-английски Jesus. Даже буквы-то ни одной той нету. Какой Jesus? Jesus. А правильно как? Йешуа. Это нам греки дали. У них нет в алфавите буквы Ш. И получилось так, что Иисус. А я привык, мне уже не отвыкнуть. Все. Спасибо. Так, еще что, кто? Знаете, Иванович, вот у нас сегодня на утренней службе, ну, все почти причастились, там вот я не причащалась, и два или три человека, которые пришли. И батюшка сказал, что сегодня на вечерней можете причаститься. Не знаю. Вот добивалась Финляндская православная церковь, что многие на работе, и тогда вечером совершали литургию. Можно, значит, тогда вечером должна быть литургия. Ну, вечером будет литургия у нас. Ну, как есть, вот я говорю, как есть. Официально разрешено в Финляндской православной церкви. Да, в 22 часа будет служба у нас тоже. Ну, значит, если литургия есть, значит, и причащаться можно. Беда, что неподготовленно причащаются. Вот у меня сегодня один такой натолкнулся. И 31 год, а видно, больной, помолитесь, больной. Я говорю, а что ты больной-то? Дальше разговаривались, бреется, курит. Причащался, топтался, кое-как сказал. 2 года назад. Я говорю, 2 года назад ты заболел. И он сразу замолк. Потому Павел говорит, потому что принимаете, вкушаете тело Господне, не рассуждая о теле Господнем. Потому немало, многие больны и немало умирает. Многие. И поэтому все морги, кладбища забиты недостойно причащающимися. Вот такая, брат, история. Игнатий Иванович, ну вот сегодня... причастились, и опять он говорит, что сегодня опять и причащайтесь на вечерней. Ну, не знаю, как сказать-то. Как у него, запасные дары или что? Вечером причащаться. А какая нужда на это? Завтра, воскресенье, будет литургия, причаститесь. Зачем это? Я не знаю, чем он так мотивирует. Что идти в крестовый поход... Им разрешалось для идущих в крестовый поход совершать литургию шепотом вечером. И больше никому не причащаться. Это у католиков. На этот вопрос только батюшка может ответить. А ты узнай, скажи, что у нас, литургия будет вечером или запасные дары, а по-другому никак. Так, вопросы. Нету, вот хожу.